В Турции происходит кризис легитимности политического режима, помноженный на использование современных средств коммуникации, прежде всего социальных сервисов. В принципе, на мой взгляд, во многом это является технологическим продолжением так называемой арабской весны, которая до этого прокатилась по странам Ближнего Востока. В данном случае мы, там, понятное дело, что причиной вот всех этих выступлений не является этот несчастный парк в центре Стамбула. Он стал просто там поводом последней некой искры, которая вызвала вот эту реакцию. Основные политические силы, которые в данном случае протестуют против премьер-министра Таипа Эрдогана, это его прямые политические конкуренты там, из партии Кемалистской партии, националисты, футбольные фанаты, представители ЛГБТ-сообщества. В общем, на самом деле все, там достаточно такая солянка, которая протестует против в целом политического режима, который на текущий момент установился в Турции. Во многом протест является протестом против вот ползучей определенной исламизации, которая имеет место в Турции тоже в последние годы. Насколько можно провести параллели? Во многом какие-то параллели можно провести, в частности, параллели технологические. Мы увидим, каким образом используются различные социальные сервисы для мобилизации политической, для координации различных политических сил с точки зрения там, их участия в уличных беспорядках, манифестациях и прочем. Каким образом с этим пытаются бороться власти, и у них не получается с этим бороться, потому что любые в данном случае меры цензуры, будь то какие-то локальные или масштабные, они не срабатывают. Мы видим о том, что отчасти Таип Эрдоган во многом использует российский, кстати, опыт. Да, он вот не так давно собрал 300-тысячный митинг в свою поддержку в Стамбуле, показав тем самым, что у него сторонников больше, чем у протестующих. Ну, мы можем все там вспомнить, каким образом то, что в свое время там тоже, например, там митинг был антиоранжевый митинг на Поклонной горе, когда собралось больше 100 000 человек, для того, чтобы тоже показать, что улица, она не занята исключительно протестующими. В этом смысле мы видим о том, что да, как бы какие-то параллели проводятся. Кстати, что важно, да, Таип Эрдоган, в принципе, это преданный союзник США. И в данном случае мы не можем обвинить американцев там, в том, что это они там ведут какие-то козни против его режима, устраивают эти митинги при помощи Фейсбука, контролируя этот Фейсбук. Да. Мы видим о том, что и Фейсбук, и Твиттер, и все остальные социальные сети и инструменты, они являются универсальными. Их могут использовать как, там, условно говоря, прозападные силы, так и антизападные силы тоже. Поэтому, в принципе, это такая история, которая требует еще достаточно длительного анализа и многому может научить с точки зрения того, что стоит ожидать, да и не только в России, вообще во всех странах мира в ближайшее время, потому что вот эти вот social movements, социальные движения, они приобретают все большую и большую силу, и подобные искры могут возгореться практически везде.